Это научная передача «Наша планета». С вами снова я, Михаил Дедковский, и Тучка Дедковская. Вам, наверное, уже приходилось слышать слова «север», «юг», «запад» и «восток». Так как и в географии называют четыре стороны света. Север – та сторона, на которую всегда указывает синяя стрелка. Север – наверху карты. Юг – та сторона, на которую всегда указывает красная стрелка. Юг – внизу карты. Восток – та сторона, в котором восходит солнце. Она справа на карте. Запад – та сторона, где солнце садится. Она слева на карте. А сейчас Тучка расскажет про две части света. Начну с Европы. Итак, Европа – это часть света. Частями света называют большие участки суши, близкие по климату. Всего частей света 6. Это Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Океания и Антарктида. Азия – самая большая часть света. Вместе с Европой они составляют большой материк, который называется Евразией. Теперь наш корреспондент Михаил Дедковский расскажет о материках. Евразия – первый по величине материк Земли, на котором помещаются сразу две части света – Европа и Азия, которые сейчас Тучка рассказала. Материков всего 6. Это Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида. Африка – второй по величине материк Земли. Африка – самый жаркий из всех материков. Северная Америка – третий по величине материк Земли. Вместе со своим соседом Южной Америкой они создают часть света, которая называется Америкой. Южная Америка – четвертый по величине и самый дождливый материк Земли. Антарктида – пятый по величине материк Земли. Там очень холодно. И напоследок. Австралия. Это 6-й по величине и самый маленький из всех материков. Ученые даже долго думали, как все-таки назвать Австралию. Большой остров или маленький материк. Я сейчас расскажу про вулкан в Евразии. Это вулкан Этна. Хотя Этна является постоянным действующим вулканом. Жители не только боятся грозного соседа, но даже считают его добрым. Дело в том, что лава очень медленно течет, и она быстро остывает. Гора Айрис Рок, или как называют австралийские аборигены Улуру, состоит из красного песчаника. От вида открывающих в ясный день плоской вершины столовой горы стремительно захватывает дух. Вау! Два великих океана, Атлантический и Индий, встречаются у берегов Африки. Вау, мне это надоело. Я ухожу. Долина смерти в Калифорнии – это не то место, где бы хотел поселиться человек. Вот я сейчас вам напоследок самое страшное расскажу. Это вулкан Иребус в Антарктиде. Вулкан Иребус – один из самых беспокойных вулканов нашей планеты. А сейчас я вам скажу про водопады. Начнем с первого водопада в Южной Америке. Это, конечно же, угадайте, напишите в комментариях. Правильный ответ – начнем с водопада Анхеля. Анхель – первый по высоте водопад Земли. Тугелла – второй по высоте водопад Земли. Я еще вам расскажу еще про два водопада.
Виктория и Игуасу. Начнем с удивительного водопада Виктория. У водопада Виктория можно увидеть удивительное явление – лунную радугу. Водопад Игуасу в Южной Америке – один из самых крупнейших водопадов нашей планеты. Это была наша передача «Наша планета». В следующий раз мы увидимся с удивительной темой. С вами была Тучка Дедковская, как обычно, и Михаил Дедковский. До новых встреч! Пока-пока! Минуточку, коллеги! А я еще не забыла попрощаться, мрау! С вами была Алиса Кошкина, Дедковская. Всем пока! Мрау-мрау!